Привет, друзья! Меня зовут Чок Артем, и вы в моей студии Plastic Body. Сегодня хочу поговорить на тему массаж после липосакции, потому что есть девочки, которые все-таки выбирают и делают выбор все-таки на липосакции, да, хотя все прекрасно знают о том, что у меня есть хороший метод и хорошая альтернатива. Это бесхирургический способ, но дает 100% гарантию результата. Это Plastic Body, метод Plastic Body. Очень много есть информации сейчас по этому поводу, по этому методу. Вот. И сегодня будет разговор больше о том, как же выбрать правильно массаж после липосакции. И на что бы я рекомендовал бы обращать внимание и какие бы задачи ставил бы, да, то есть зачастую после липосакции это есть проблемы с дренажами, которые ставят врачи, это есть проблемы с застоем лимфы, это есть проблемы с закупоркой лимфотоков, это есть проблемы уплотнения тканей, вот, и в таком случае, конечно, любой массаж будет делаться болезненно, некомфортно, вот. Но все же я порекомендую в первую очередь это лимфодренажный массаж. Лимфодренажный массаж даст вам возможности немножко разогнать и ускорить лимфу в вашем организме, разбить все возможные уплотнения. Вот. Но сразу же наперед скажу о том, что точно первых там хороших 5 сеансов, если не больше, будет болезненно. Вот. Я и в принципе не уверен, что достаточно будет 10 сеансов, все это, конечно, индивидуально, все это нужно видеть по ситуации, по состоянию как бы лимфы, кожи и тела. Но, в принципе, конечно же, я рекомендую это интенсивную работу для того, чтобы ускорить кровеносную систему, ускорить лимфатическую систему, да, чтобы ваши клетки, кожа, ткани обогатились, больше регенерировались, лучше как бы восстанавливались, и, соответственно, от этого будет максимально классный, хороший результат. Поэтому не гонитесь сразу за антицеллюлитным массажем, явно это будет не совсем эффективно, там, ну, дабы как бы убрать какую-то дряблость, да, после липосакции или еще что-то, ну, если вы не делаете хирургическую подтяжку. Вот, то, конечно же, я рекомендую все-таки пройти еще курсы лимфодренажного массажа, смотреть, в каком состоянии ваша лимфокровеносная система, как вы уже воспринимаете воздействие на ваше тело с помощью массажа, и тогда уже можно будет переключаться на антицеллюлитные и все такое. Поэтому, девчонки, выбирайте правильно массаж, делайте это все с головой, потому что очень много специалистов работают с коммерческих видов и взглядов на это все. Вот. А я в первую очередь хотел бы для того, чтобы вы были немножко образованы в этом направлении, чтобы вы понимали о том, что самое главное убрать застой, самое главное разработать вашу лимфатическую систему и ваши все возможные застои, и уже потом объективно, качественно работать на результат. Поэтому любите себя, любите свое тело, ходите к качественным, хорошим профессионалам, делайте качественный массаж и будьте здоровыми, красивыми. И жду вас на массаж. Всем хорошего дня. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, написать классные комментарии под моим каналом. И еще у меня есть очень много других полезных видео, поэтому переходи на мой канал, подписывайся и смотри другие видео, которые выходят каждую неделю. Ну, а мы будем работать дальше. Пока-пока. В нашем случае здесь девушка без липосакции. Она сама по себе красивая, просто мы ее делаем еще красивее. Пока-пока!